Не бойтесь, я принес благую весть, великая радость для вас и всех людей. Сегодня вечером, да не стал не родиться ваш Спаситель. Он Христос Господь. Вы найдете его завернутой мягкой ткани, лежащей язве. Давно жила женщина по имени Мария, которая жила в Назарете. Она влюбилась в мужчину по имени Иосиф. Мария была юной девственницей. Она получила специальное сообщение от ангела по имени... Ангел Габриэль, я принес для тебя хорошие новости. Новости? Для меня? Чего Бог захочет, то я и сделаю. Я ночью постал, я знаю самое высшее сна. Я знаю твое самое высшее сна. Проснись, Иосиф, проснись. Бойтесь, мои дорогие пастухи, у меня есть отличные новости для вас. Я ваш настоящий спаситель. Я знаю все, что делает вас людьми. Я знаю, что вы любите. Я знаю, чего вы боитесь. We'll be right back.